5 марта на трассе Анапа-Суко водитель мотоцикла «Хонда» при закруглении дороги превысил скорость, в результате чего произошло столкновение со встречным автомобилем «Митсубиси Лансер». Мотоциклист погиб, водитель автомобиля и его пассажир с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в больницу. По статистике, аварии с участием мотоциклистов чаще происходят именно по их вине. Однако инспекторы ГИБДД напоминают, что водители автомобилей также должны осознавать степень своей ответственности перед менее защищенными участниками дорожного движения. Уважаемые участники дорожного движения, госавтоинспекция призывает вас быть внимательнее на дорогах, относиться к мотоциклистам и велосипедистам с особым вниманием, поскольку дорожно-транспортные происшествия с их участием имеют самые тяжкие последствия. А водителям мото- и велотранспорта необходимо изучать и строго соблюдать правила и меры личной безопасности.